Дорогие друзья, сегодня мы поговорим о действительно важном событии в Москве. В столице появилась возможность пройти бесплатное тестирование на фертильность для женщин в возрасте от 18 до 40 лет. Дамы, это настоящий прорыв! Это тестирование поможет многим женщинам узнать больше о своем репродуктивном здоровье и сделать важные шаги к своему будущему. Знание своего репродуктивного здоровья – это сила. Это знание позволяет вам лучше понимать свое тело и принимать более осознанные решения. Это дает вам информацию, необходимую для принятия взвешенных решений о вашем будущем. Вы сможете планировать свою жизнь и семью с уверенностью, зная, что у вас есть все необходимые данные. Эта инициатива – это не просто тесты. Это предоставление женщинам контроля над своим репродуктивным здоровьем. Это возможность принимать осознанные решения о планировании семьи. Это также поддержка и помощь в трудные моменты. Это возможность принимать осознанные решения о планировании семьи. Вы сможете обсудить свои результаты с врачами и получить профессиональные рекомендации. Это гарантия того, что у каждой женщины есть шанс испытать радость материнства, если это ее мечта. Это также возможность для тех, кто еще не готов к материнству, планировать свое будущее. Эта программа – луч надежды и свидетельство заботы Москвы о своих женщинах. Это шаг вперед в области женского здоровья и благополучия. Настало время, когда мы ставим женское здоровье на первое место и предоставляем женщинам инструменты, необходимые им для уверенного планирования своего будущего. Давайте вместе поддержим эту инициативу и сделаем шаг к лучшему будущему для всех женщин. А теперь давайте поговорим о самом тесте. Этот тест может стать вашим лучшим другом в понимании вашего репродуктивного здоровья. Он называется тест на антимюллеров гормон, или АМГ. Не пугайтесь сложного названия. Этот тест может дать вам важную информацию о вашем овариальном резерве. Это простой анализ крови, который может многое рассказать о вашем овариальном резерве. Процедура занимает всего несколько минут и не требует специальной подготовки. Представьте, что ваш овариальный резерв – это ваш банк яйцеклеток. Чем больше яйцеклеток в банке, тем больше у вас шансов на успешное зачатие. АМГ-тест измеряет уровень гормона, вырабатываемого вашими яичниками. Этот гормон играет ключевую роль в оценке вашего репродуктивного здоровья. Уровень этого гормона указывает на количество оставшихся у вас яйцеклеток. Это важный показатель, который может помочь вам и вашему врачу принять обоснованные решения. Это как инвентаризация вашего потенциала к зачатию. Знание уровня АМГ может помочь вам лучше планировать будущее. Чем выше ваш уровень АМГ, тем больше у вас яйцеклеток. Это хороший знак, указывающий на высокий овариальный резерв. Обычно это означает, что у вас больше времени для рождения детей. Вы можете спокойно планировать свою семью, зная, что у вас есть время. Более низкий уровень может означать, что вам нужно раньше задуматься о планировании семьи. Важно обсудить результаты с вашим врачом, чтобы понять, какие шаги предпринять дальше. Пройти АМГ-тест легко и просто. Вы можете сделать это в клиниках-партнерах по всей Москве. Сам тест представляет собой обычный забор крови из вены, как и любой другой анализ крови, который вы сдавали раньше. Есть несколько вещей, о которых следует помнить перед сдачей анализа. Ваш врач может попросить вас избегать физических нагрузок в
течение суток перед анализом. Также вам могут посоветовать воздержаться от еды за несколько часов до забора крови. Помните, что всегда лучше проконсультироваться с врачом. Он ответит на любые ваши вопросы и развеет ваши сомнения, учитывая вашу историю болезни. Прелесть этой программы в том, что она не ограничивается тестированием. Она предлагает комплексный подход к репродуктивному здоровью, начиная с диагностики и заканчивая лечением. Москва готова поддерживать женщин на протяжении всего их репродуктивного пути. Здесь вы найдете передовые медицинские технологии и опытных специалистов, готовых помочь вам на каждом этапе. В зависимости от результатов вашего теста и ваших личных целей, вы можете воспользоваться целым рядом услуг. Эти услуги включают в себя как традиционные методы, так и новейшие достижения в области репродуктивной медицины. Один из вариантов – это криоконсервация яйцеклеток или заморозка яйцеклеток. Этот метод позволяет сохранить ваши яйцеклетки в молодом возрасте, что может быть особенно полезно, если вы планируете отложить материнство. Эта процедура позволяет сохранить ваши яйцеклетки для использования в будущем. Это дает вам свободу и гибкость в планировании вашей жизни и карьеры. Это фантастический вариант для женщин, которые хотят отложить материнство по личным или профессиональным причинам. Вы можете быть уверены, что ваши репродуктивные возможности будут сохранены. Другой вариант – это экстракорпоральное оплодотворение, или ЭКО. ЭКО – это процесс, который может помочь парам, испытывающим трудности с зачатием естественным путем. ЭКО предполагает соединение яйцеклетки и сперматозоида в лабораторных условиях с целью создания эмбрионов. Этот метод дает возможность контролировать процесс оплодотворения и повысить шансы на успешную беременность. Затем эти эмбрионы переносятся в матку женщины, что увеличивает шансы на беременность. Это один из самых эффективных методов лечения бесплодия, доступных сегодня. Эта инициатива – это больше, чем просто программа здравоохранения. Это движение к расширению прав и возможностей женщин. На протяжении веков женщины сталкивались с общественным давлением и дезинформацией в отношении своего репродуктивного здоровья. Цель этой программы – изменить это. Предоставляя бесплатный доступ к тестированию на фертильность, Москва дает женщинам знания, необходимые им для принятия осознанных решений. Речь идет о том, чтобы избавиться от страха перед неизвестностью и заменить его ясностью и уверенностью. Эти знания могут изменить жизнь. Они позволяют женщинам планировать свою карьеру, отношения и свою жизнь с большим чувством контроля и самостоятельности. Преимущества этой программы в долгосрочной перспективе выходят далеко за рамками интересов отдельных женщин. Способствуя повышению осведомленности о репродуктивном здоровье, Москва инвестирует в будущее своих семей. Когда женщины имеют возможность принимать обоснованные решения о своей фертильности, это приводит к более здоровой беременности, более здоровым детям и более крепким семьям. Это, в свою очередь, способствует созданию более динамичного и процветающего общества в целом. Эта инициатива является свидетельством приверженности Москвы заботе о благополучии своих граждан. Это модель, которую было бы полезно перенять другим городам и странам. Уделяя приоритетное внимание женскому здоровью и репродуктивным правам, мы создаем лучшее будущее для всех.